Здесь опилки летят мне в фартук, поэтому без маски работаю нормально все. Но тут надо аккуратно работать с инструментом, поскольку если вы меняете розетку, может ударить током, не дай бог. А здесь можно остаться без пальцев, если неаккуратно обращаться с инструментом. Вот когда шлифую, да, маску надо надевать, а здесь летит выше фартука, не поднимается. Снял я этот диск, крупный зуб, поставил более мелкий. Реально 4 градуса тепла в мастерской, шапка мокрая, поменял бандану. То, что это гнутое, все оно перегнутое, как сохло. Посмотрим. Следите за толщиной борта, чтобы сквозной дырки не было. Работает на скорости, большую не надо, гореть будет сухое дерево. Да и напрягать инструмент не надо, давать отдохнуть рукам и инструменту обязательно. Это более чистый диск, зубья меньше высоты, 2 миллиметра, здесь миллиметра, не знаю, на глаз не определить, миллиметра 3, но он такой берет хорошо, очень сильно.